Барнаулец Дмитрий Гребенников вошел в тройку сильнейших ледолазов мира по итогам прошедшего в американском Денвере 6-го заключительного этапа Кубка мира. Он занял 3-е место в категории «Скорость». Вместе с Дмитрием за звание лучших боролось несколько десятков спортсменов со всего мира. Ледолазание – это разновидность спортивного альпинизма, где участники взбираются по ледовым стенам с помощью специальных топоров и кошек. А вот в дисциплине «Трудность» на этом старте у Дмитрия только 13-е место. В России ледолазание стало особо популярным в последние 10 лет. Дмитрий Гребенников – руководитель Альпинистской федерации Алтайского края, один из лучших ледолазов России. Впереди у спортсмена долгий перелет домой и чемпионат мира, который пройдет 8-10 марта в Кирове и станет завершающим стартом в этом сезоне.